Никита Рязанский строил город, и ему не хватило гвоздя. Никита Рязанский протянул ладони и увидел в них капли дождя. Никита Рязанский оставил город и вышел в сад. Никита Рязанский оставили старца и у чашек том лад. Святая София, узнав о нем, пришла к нему в дом. Святая София, услышав его, нашла его под кустом. Она крестила его соленым хлебом и горьким вином. И они смеялись и молились вдвоем. Смотри, Господи, крепость от крепости страх. И, Господи, дети у тебя в руках. Научи нас видеть тебя за каждой бедой. Прими, Господи, этот хлеб и вино. Смотри, Господи, вот мы уходим на дно. Научи нас дышать под водой. Церквей ждут его, потому что он должен спастись. 9000 церквей ищут его и не могут его найти. А ночью опять был дождь и пожар догорел. Нам остался лишь дым, но город спасется, пока трое из нас продолжают говорить с ним. Смотри, Господи, крепости от крепости страх. И мы, дети, у тебя в руках. Научи нас видеть тебя за каждой бедой. Прими, Господи, этот хлеб и вино. Смотри, Господи, вот мы уходим на дно. Научи нас дышать под водой.